на каком-то внутреннем это чемпионате. Внутренние, да, были, да, соревнования, Польша, которые проходили в Польше. Марсей из Эстонии в рывке. Этого атлета мы не видели. 182 он зафиксировал. Лишь 9-е место. В прошлом году на чемпионате Европы Марсей был 8-м. 165 рывок. Сейчас уже 182 и 221 он толкал. Сейчас начинает с веса 226 килограммов. Вау! Неожиданное начало. Читал я одно интервью. Марсей на внутреннем чемпионате получил какую-то небольшую травму руки, а именно лучезапястный сустав травмировал, и пришлось ему в срочном порядке лечить. Ну, как видим, на этот чемпионат Европы он приехал. И в рывке, в общем-то, неплохо себя проявил.